Вау, иностранцы слушают русскую музыку. Наконец-то вышел новый выпуск. Грибы, скриптонит, баста, мод... Шурыгина? Я вам отвечаю, там серьезно, там написано Шурыгина. Окей, это скорее всего инжокин. Вообще мне нравится вот такой формат, да, иностранцы слушают какую-то русскую музыку. То есть, интересно посмотреть реакцию иностранцев на нашу музыку. Наша музыка, российская, она отличается от... Ихние, такого слова нет. Вот их музыки. Вот. Перед просмотром я вам хочу напомнить про топ-комментарии. Все самые крутые комментарии попадают в это видео из предыдущего. Пиши свой комментарий, и я уверен, ты попадешь. Короче, иди нахуй, блохастый. Мне пришлось присмотреть целый выпуск, чтобы найти вот этот момент. Да, вроде... Там был какой-то ебанутый клип. Что? Опять у них лица никакие, блин, как и во всех предыдущих выпусках. Да, не, я знал, что будет прикольно. Прикольно. Только согласись, прикольно выглядит то, что они все в панамах. А я только хотел сказать, что они всегда делают ставку на нестандартность. Да. И то, что это все в одном стиле, я думаю, что это продюсерский проект. А подогнать, очень странно, что ли, этим ребятам подгузники? Это ебанатизм, но если честно, что-то цепляет. Цепляет, да? Кстати, ну, конечно, да. Не каждый день. Единственное, что вот, да, в грибах это цепляет. Грибы цепляют. Бедолага мечтает о новом хите. Блин, интересно смотреть на их реакцию. Я помню, они реально популярные. У них на Западе, скорее всего, такого вообще нет. А ну тут могли бы поинтереснее сделать. Ну, короче, песенка, конечно, хороша, но клип... Конечно, хороша, да. Вот, собственно, получилась такая реакция иностранцев на наши российские грибы. Если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий, если ты здесь впервые, а я почему-то уверен, что здесь впервые. Не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне, кому, да, правильно, своим друзьям. Увидимся в следующем ролике. Пока.